4 года назад на одном из нефтекамских телеканалов показали сюжет про червяка Фанзиля. Тогда это видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни сожалели главной героине, говоря о ее умалишенности. Другие осмеивали сложившуюся ситуацию. И вот, спустя время о червяке Фанзиле вновь заговорили. Кто-то ругается на региональное телевидение за низкое качество содержимого. А я наоборот радуюсь. Ведь без него у нас бы не было таких сюжетов. Таких подобных сюжетов было очень много. Ну, обратили внимание именно на Фанзиля. Ну, классно, я даже довольна. Если Нелли Княжич сказали, что у нее дома когда-нибудь будет жить червь в качестве домашнего питомца, она никогда бы не поверила. Они из всего могут сюжет сделать. Вот я не понимаю, у них действительно ничего не происходит, чтобы стоило освещение в новостях, или им просто нравится показывать всякий бред? Хочу отметить то, что это не новостной сюжет. То есть перековеркали, да, вот этот сюжет, сказали, что это новостной. То есть программа была как в формате... другие новости. Да, то есть эта программа была задумана как юмористическая. С кем еще, кроме как с ним, она может поболтать после работы, посмотреть телевизор. И под ногами не путается, и выслушать может. Теперь Фанзиль полноправный член семьи. Как можно привыкнуть к червяку? И самое жесткое, что она с ним и телевизор смотрит, и поболтать может. Я обычно, если хочу с кем-то телевизор посмотреть, то зову свою девушку или друзей. Но для нее это слишком просто. На самом деле, женщина вполне адекватная, да. Мы просили просто разыграть вот эту ситуацию, сходу придумали с оператором, да. То есть там не было и соседки, соседку позвали, просили тоже так сказать. Ну, в общем, ну человек на самом-то деле не держал червяка дома, да. Червяк в коробке так и оставался у них жить в качестве доказательства. Так Нелли и сама не заметила, как к нему привыкла. Это был плевок в сторону Роспотребнадзора, так скажем, да, и против таких магазинов там. То есть, чтобы люди были повнимательнее и как раз-таки вот соответствующие органы как-то более внимательнее относились, да. Ну, то есть это было преподнесено именно с юмором, да. Вот так и получился сюжет. А теперь зацените последнюю сцену. Теперь у него есть даже свой городок и маленькие друзья. Чебурашка, улитка и медвежонок. Как мы снимали этот сюжет? Мы приехали, женщина нам звонила с утра, но у нас оператор был занят, вечером только освободился. Когда мы уже приехали, червяк был уже мертвый. Кадров не было и с этой стороны, и с той стороны уже сняли эту женщину. Это было уже вечером там, да? Хоть как, это уже сюжет нужно было уже выпускать. А эфир заполнять нужно было. Заполнять нужно, он был уже запланирован, вот этот сюжет. А червяк-то уже мертвый, кадров нет, что делать там? И соседку позвали, и так сняли, как телевизор смотрит, тоже сняли. Вот, ну... так получилось. За 10 дней это видео уже посмотрело больше 3 миллионов человек. Авторы сюжета и не предполагали, что червяк Фанзиль станет таким популярным. Салават Хайруллин, Рамиль Мустафин, телеканал ЮТВ.